Ребятки, всем огромный привет, канал Реальная Качалка, и сегодня мы будем говорить с вами, да-да-да, именно о кукурузе. Все мы, практически все мы любим кукурузу, мексиканцы вообще поглощают пищу до 70-90% вообще всей еды составляет у них кукуруза. Мы, конечно, это делаем меньше, но тем не менее, действительно, лично я очень сильно люблю покушать хорошую, качественную кукурузу, немного посолив ее. Но, ребятки, почему-то мы в нашей стране, да и вообще, ну, везде, игнорируем другие полезные свойства данной кукурузы. А их очень и очень много. И не забываем, что это все натурпродукт. Сейчас вы на экране видите самые обычные сушеные рыльца кукурузы. Да, вот как волоски, когда вы собираете кукурузу, вот сверху на них находятся такие рыльца. Я вот сварил эту кукурузу, а рыльца собрал и просушил. Столько много их получилось, да? Действительно, недооцененное свойство данной кукурузы, вот этих рыльц, это очень и очень много и очень полезно для нас, там, всяких фишек. Прежде всего, витамин К, который мало где находится в таком количестве, как здесь. Это чистка организма, сразу скажу, такая очень и очень мощная. Если вам надо, или есть необходимость, или вы хотите просто прочистить свой организм, именно почки, печень, ребят, ничего нету лучше, чем натурпродукт, именно вот эти штуки помогают очень сильно. Очень сильно помогает также, если у вас ожирение есть, тоже нормальная тема. И вообще запомните, ежедневное употребление настойки или отвара из кукурузных рыльц понижает сахар в крови, восстанавливает баланс важных веществ, и если в почках образовались камни или песочек, лекарство помогает очистить мочевыводящие пути на раз-два. Просто вообще шикарно. Мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее и снижающее спазмы средства, это есть вот это вот кукурузное рыльце. Сейчас мы более, как бы сказать, досконально об этом и поговорим. Сразу хочу сказать, ребята, будьте очень аккуратны в том плане, что, ну, как правило, это продают бабушки, да, кукурузу. Если вы сами не выращиваете, то будете обращаться на рынок, да, на хаотичный рынок, где бабули продают всякие там люди. Так вот, обратите внимание, если люди собирают с полей ее, поля, как правило, травят. И там такие вещества, что вы не то что себе принесете пользу, там будет только вред. И если не отравитесь, это будет действительно классно. Поэтому очень сильно обращайте внимание и спрашивайте, где, откуда собрана кукуруза. Желательно домашнюю брать кукурузку, чтобы это прежде всего как бы вот было. И по продолжительности лечения и приема это определяется очень сугубо индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, или вы просто хотите провести профилактику. Поэтому здесь по срокам лечения это надо учитывать все особенности. Это все для каждого по отдельности. Даже так можно сказать еще, что здесь очень много селена, который улучшает обменные процессы, ускоряет расщепление жиров, о чем я уже ранее говорил, и повышает защиту организма. Есть еще такое вещество здесь у них, которое выводит вредные соединения, попадающие в организм вместе с едой. То есть чистит, вы сами понимаете, не только, а именно все токсины, все-все-все это выводит. Селен же угнетает образование и рост недоброкачественных образований. Поэтому кукурузные волокна используют и в онкологии, ребята. Очень сильно убирает вот эти всякие опухоли. Очень часто используют. Народная медицина, как говорится, в полном расцвете и понятии этого слова. Вот это и есть народная медицина. И еще так хочу сказать от себя, систематическое употребление волокон улучшает настроение, устраняет бессонницу, потому что здесь есть вещества, которые вырабатывают мелатонин, о которой мы с вами уже говорили, и делает любого человека более спокойным и уравновешенным. Очень хорошее средство, как я уже говорил, для похудения, так как ускоряет метаболизм и оказывает мочегонное действие. Да. Ребят, буквально в следующем ролике мы поговорим о свойствах данных рыльцев для мужчин, касаемо импотенции, потенции и все, что связано с этим. Поэтому оставайтесь с нами. Ставим лайки и подписываемся на наш канал. Это Реальная Качалка.